Ребзи, здорово, Шульц с вами, и сегодня у нас опять отличная погода. Снег тает, везде лужи, и я решил закатнуть. Поэтому сейчас попробуем закатнуть, но главное его завести, потому что в прошлый раз он не захотел запускаться. Пришлось его толкать, подкуривать. Так, посмотрим на этот раз. Сразу подсосик откроем. Главное, чтобы аккумулятор не был севший. Можно будет подкуриться опять? Давай, да, подкурить, спички, да. Дать. А? Бензин, спички, что тебе подкурить? Нет, аккумулятор. Нет. Аккумулятор. Вот он стоит. Попробуем подкуриться. Ой. Так. Поставишь? Передачу выключишь? Да. Все, спасибо большое. Ура! Ура, ура, ура! Надеюсь, он запустится после того, как я его заправлю. Так, это четвертый. И холодно идти? Нет. Сколько там идет? 7,5. Запустится или нет? Ой, не знаю. Я даже, наверное, подсос на всякий случай включу ему. Так. Пожалуйста. Может, уже не надо подсос? Не знаю, я записывал у меня там камера или нет, потому что я доехал по делам своим и обнаружил, что камера выключена и микрофон тоже выключен. Так что, если что, то я съездил по делам и надеюсь, сейчас мотоцикл запустится и не подведет меня. 250. 1 300 000. В общем, ребзя,
реально часто задают вопрос, 2020 год уже, что взять, скутер или питбайк? Как бы ребята парятся то, что скутеры уже не в тренде, не в моде, потому что раньше они хайповали, все были на скутерах, сейчас уже это не то, сейчас все хотят себе питбайки. И вот спрашивают, что лучше взять себе, скутер или питбайк? Причем спрашивают абсолютно разные люди и абсолютно под разные нужды. Ну, во-первых, скутеры и питбайки — это две абсолютно разные идеологии, два разных мира. То есть я, допустим, знаю, как там что в питбайке устроено, как его настроить, как его починить. На скутер я буду смотреть, как баран на новые ворота, и не понимать, что с ним вообще делать. Какие-то там ролики, вариаторы какие-то. То есть для меня это темный лес. Поэтому я, скорее всего, взял бы себе питбайк, но в одном из моих крайних обзоров вы могли заметить, как мне понравился скутер Honda Giorno. Этот тест-драйв можно посмотреть на моем канале. Мне он дико понравился, я очень сильно себе захотел такого плана скутер. Только лишь потому, что это реально скутер для жизни. Скутеры, они бывают же двух видов. Вот если питбайки, они только для веселья и дубасилова, то есть питбайк для повседнева и для жизни, очень тяжело сделать. А изначально он таким ни за что не будет. То скутеры, они бывают двух видов. Бывают для повседнева, для жизни, а бывают для веселья и дубасилова, а-ля ФЗМ, да? Вот. Так вот, мне нравятся скутера, вот, которые реально для жизни, которые спокойные. Ты там можешь на них в магазин съездить, после работы там не парясь на них покататься. В общем, все в таком ключе. То есть, хочу себе скутер для жизни. Сейчас почему питбайки, они такие популярные? Ну, потому что они похожи на мотоциклы. На них реально пацаны, как мураши, бешено просто дубасят везде. Ездят, летают. И это, ну, кайфово, стильно, все дела. То есть я на этот счет ничего сказать против не могу. Базара нет. Питбайк — это офигенная пушка-игрушка. Но на повседнев я себе питбайк не смог. Мне на мотарде это сложно каждый день ездить, потому что, ну, потому что вот. И ворота еще, отлично, блядь, и грязь еще, ебаный рот. А питбайки, они еще более прыткие и дерзкие, нежели полноценный какой-то супермото-мотоцикл. Вот. То есть, а скутер у тебя... На питбайке у тебя никогда не будет там багажника какого-то, если ты его сам не приколхозишь. У тебя никогда не будет... чего еще не будет? Ну, комфорта какого-то. Ты постоянно будешь на нем как на снаряде ехать. Только чтобы раздавать... На заднем. Блядь, кстати, у меня уже... за зиму что-то раздавалка сломалась. Надо все вспоминать, короче говоря. Так вот, решите, если вам нужно транспортное средство на повседнев, то возьмите себе скутер, это офигенная вещь, вы не представляете просто. Когда вы покатаетесь, вы поймете, насколько это офигенная вещь. Но если вы хотите веселье дубасить, то тут уже надо выбирать. То есть, если вы хотите ближе к мотоциклам, чтобы ощущать что-то более-менее похожее на мотоцикл, возьмите себе питбайк. Это маленький реально мотоцикл. Если вы хотите просто дикую больную пуху, чтобы, блядь, просто раздавать, возьмите себе скутер, потому что скутер можно настолько сильно затюнинговать, что он превратится во что-то просто непонятное, которое будет постоянно валить. Но это зависит от идеологии. Если вы больше понимаете в мотоциклах, питбайк. Если вы...
хорошо. Ребзя, напишите в комментарии, что бы вы выбрали, питбайк или скутер. Будет очень интересно почитать. Пообщаемся с вами там. И, возможно, с помощью вас придем к единому мнению, что лучше в 2020 году, питбайк или скутер. Так вот, ребзя, я много наговорил, много напутал, сам себя запутал и вас тоже, наверное, запутал. Давайте уже реально итоговый итог подведем. Есть у нас скутер, есть у нас питбайк и 2020 год. Допустим, вы хотите себе маленькое какое-то транспортное средство для повседнева, чтобы там ездить куда-нибудь за покупками, в магазинчик, там, в гараж, что-нибудь там, ну не знаю, ну такие вот какие-то переезды ненапряжные, легкие делать. Или там днем, ну или там рабочую неделю на работу обратно ездить без напряга, да, то есть, то скутер идеален, просто божественно. Какой-нибудь хороший скутер, более-менее в кондиции, в нормальной взять, и все будет шикарно. То есть разобрались, если вы хотите на повседнев или какие-то свои мелкие дела решать, то это вот скутер. Это просто must-have, это офигенно будет. Если вы хотите... Мне кто-то звонит на телефон. Ну да, не дадут итог подвести. Если вы хотите тюнённый аппарат, чтобы дубасить, короче, да, чтобы было весело, то тут уже и скутер подходит, и питбайк сгодится. Потому что, смотрите, скутер мы можем затюнить вообще просто... И я просто, ну, общался с ребятами, которые тюнингуют скутера. Я просто общался с ребятами, которые тюнингуют скутера. Там столько вариантов, как его зачининговать. И эта штука может быть настолько просто сумасшедшей. Там похлеще любого питбайка. А питбайки, они изначально уже как бы из коробки могут позволить вам дубасить, там ездить на заднем и раздавать угла или ездить по всяким говнам, да. Собственно, вот два варианта. Что выбрать из этих двух вариантов для дубасилова, для веселья? Если вы любите мотарды какие-то, да, вам нравятся мотоциклы, но вы просто не хотите себе большой мотоцикл, потому что там у него и ответственность побольше, да, и не так это удобно, там, хранить негде или что-нибудь еще. Хотите вот взять, ну, мотоцикл только маленький, тогда, естественно, питбайк надо брать. Тут это без вариантов, это будет самым лучшим решением. А если вы хотите что-то маленькое, но чтобы оно валило, пердело, жужжало, там, дымело и так далее, да, ну, такая игрушка, которую можно руками просто поднять и унести с собой, то, конечно же, это скутер. Скутер – это офигенное ощущение. Он ощущается не как мотоцикл, и мне эти ощущения нравятся. Они классные, реально. Но... скутер я бы себе взял все-таки для повседнева. И я думаю, то, что я все-таки возьму себе скутер для повседнева, потому что вот на нем, как я уже говорил, это очень тяжело делать. Хотя это у меня не самый боевой там аппарат. Вот был бы это КХ какой-нибудь, все было бы гораздо хуже. Ну, собственно, вот мы и поговорили, подтолкали мотоцикл, что-то поделали. Сейчас мне надо по делам, по другим уже делам придется, по которым без мотоцикла ехать, к сожалению. Вот, по каким делам я смог на мотике съездить, я съездил. И как бы все, ребята, на сегодня. Я передаю вам то, что я живой, все со мной хорошо. Не теряйте меня. Как традиция, в конце видео я обещаю то, что скоро новые видео, скоро проекты. Но это скоро никогда не наступает, да? Нет, сейчас просто такое время, то, что непонятное время.
то снег шарашит, то вот такая вот офигенная погода. И ты не знаешь, что с этим делать совсем. Сейчас дождемся пару деталек, и будет вам сочная-сочная серия. Да, мы там уже кое-что начали делать. Я вот поэтому не люблю начинать проекты, когда не закуплены все детали. Я люблю все это делать уже после того, как все куплено, все лежит и ждет. Хорошо-то как хорошо. Ребята, давайте, подписывайтесь на канал. У нас тут движуха скоро классная. Она уже идет, просто вы ее еще не видите, потому что мы ее еще не досняли. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Нам очень важно, чтобы вы писали комментарии. Вообще поддерживает. Всем спасибо, кто поддерживает канал. Это так классно, это так воодушевляет. Заставляет прям двигаться, что-то делать. А когда я построю свой мод, вы просто офигеете. Потому что когда я все набросал, планы все вот эти, все расписал, сделал. Ну, визуализировал его в электронном формате, я просто сидел минут 5 в шоке и думал, как я вообще до этого додумался. Вот. Также мы вместе с вами будем учить разные трюки за 100 попыток. Типа того, что вилли за 100 попыток и там стопи за 100 попыток. Я думаю, у нас получится. Ну все, ребята, давайте. Удачи. С вами был Шульц. Спасибо вам всем огромное. Пока.